Вот так, дружно шагая в ногу, спортсмены открыли Кубок Республики Беларусь по спортивной ходьбе. В таком темпе, контролируя дыхание и пульс, мужчинам нужно было пройти 50 километров, в то время как протяженность женской дистанции составила 20 километров. В итоге некоторые из участниц приблизились к олимпийскому нормативу, пройдя свой путь за 1,5 часа. Среди них представители Брестщины. От Брестской области выступает у нас номер 47. Яцевич Анастасия, она победитель зимнего чемпионата страны. 48 номер. Из молодых, кто подает надежды, есть Рощупкина, Виктория. В турнире «Наши надежды» приняли участие более 50 юных атлетов со всех регионов Беларуси. Достойно была представлена спортивная ходьба Брестским и Ивацевическим районами. Это и позволило команде нашей области занять в соревнованиях второе место. По мнению старшего тренера национальной сборной по спортивной ходьбе Андрея Судника, турнир проходит в четвертый раз, но уже успешно зарекомендовал себя и поднял престиж этого вида легкой атлетики. Данные соревнования являются отборочными к командному чемпионату мира по спортивной ходьбе, который пройдет в мае месяце в Риме. Вот, спортсмены, выполнившие контрольные нормативы, будут представлять республику в Италии. Ну, скажем так, что в ходьбе на 20 километров планируем пока участие мужской команды, и планируется команда юниоров в ходьбе на 10 километров. Брестщина, она славится ходоками своими. Починчук, например, Петр Починчук, серебряный призер Олимпийских игр 80-го года. Например, много кто принимал участие в Олимпийских играх. То есть у нас каждый раз выступают от нашей Брестщины, принимают участие на всех международных соревнованиях участники. По окончанию турнира был определен состав национальной команды для участия в чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в столице Италии Риме в мае текущего года.